Здравствуйте, дорогие друзья! Трагическая новость. На Тайване при крушении пассажирского поезда погибли не менее 36 человек. И около 70 остаются зажатыми в вагонах в результате крушения поездов. Железнодорожная катастрофа стала крупнейшей на острове за последние 40 лет. Более 40 человек, еще дополнительно получивших ранения, уже доставлены в больницу. По предварительным данным, поезд Тарока-экспресс, на котором находилось около 350 пассажиров, врезался в ремонтную машину при выезде из горного туннеля на территории уезда Хуалянь. В результате несколько вагонов сошли с рельсов, другие деформировались от удара о стены туннеля. Спасателям удалось эвакуировать от 80 до 100 человек из первых четырех вагонов поезда. Доступ еще к четырем вагонам, застрявшим в туннеле, затруднен. По данным местных СМИ, поезд врезался в неправильно припаркованную ремонтную машину, которая могла соскользнуть и оказаться на железнодорожных путях. Крушение поезда произошло в начале длинных выходных, посвященных фестивалю «День чистки гробниц» Циньминь. Люди путешествуют в этот день по всему острову, чтобы отдать дань памяти умерших. Поэтому, по данным тайваньских СМИ, вагоны поезда были переполнены и многие пассажиры ехали стоя. По данным агентствам, случившееся стало крупнейшей железнодорожной катастрофой на Тайване за последние 40 лет. В 2018 году при столкновении поезда на севере острова погибли 30 человек. В 2018 году, когда поезд сошел с рельсов на севере-востоке Тайваня, 18 человек погибли и 175 получили ранения. Ну, сейчас 36 погибли сразу, 70 еще в вагонах, 40 доставлены в больницы, неизвестно там, что с ними. Да, трагедия. На этом все. Заходите на канал, подписывайтесь, следим за развитием событий. До свидания.